adecvato para Ты извини, Морган, но мне придется тебя запереть. Когда я уничтожил твой ключ, то уберег тебя от страшной ошибки. Поздно прятать голову в песок. Мы выбрали свой путь. В хранилище данных ты будешь в безопасности. Когда все будет готово, встретимся в моем кабинете. Надеюсь, ты мне веришь. Я на твоей стороне. Ты просто не в себе. Добро пожаловать в хранилище данных. Это своего рода подсознание Талоса. Вам нужен центральный репозиторий. Там находится диск с чертежом ключа активатора. А я пока постараюсь найти выход. Вы распахнули глаз в моем разуме. Я вижу горизонт, полный зубов. Он все ближе. Вы тоже его видите? Я хочу есть. Я всегда хочу есть. Я буду ждать, МЮ. Вы покажетесь. Выхода нет. Выхода нет. Каждая частица данных, которые передаются по станции, сохраняется здесь. Запасные серверы с данными хранятся в модулях, которые отстреливаются в случае катастрофы. Судя по тому, что они еще здесь, Алекс не хочет взглянуть в лицо фактам. Thank you.
тебя. План контроля качества в нашей лаборатории обновлен. Доктор Ю. Дайте дорогу. Передвигаюсь. Дайте дорогу. Доктор Ю.
дорогу. Thank you.
Ваш костюм много изношен. Правда, ремонт завершен. Сканирование показывает, что ваши умственные способности снижены. Это должно помочь. Это поможет вам сосредоточиться. Передвигаюсь.
Процедура тестирования номер 29, вариант С. Испытуемый D01065532. Испытуемый 32 в помещении. Всем включить психоскопы. У вас есть родные? Приготовите фон Кокоплазмус. У меня есть дочь. Они забрали меня у нее. Мне обещали, что я увижу ее снова. И я все подписал. Всем сосредоточиться. Как вы должны ненавидеть свои семьи, если делаете... такое! Я слышу это в ваших голосах! Отслеживайте его показатели. 32-й проявляет беспокойство. Повышен кортизол, учащено сердцебиение и дыхание. В пределах допустимого. Взгляните на меня! Смотрите на человека, которого убиваете! Мимик готов. Допуск на открытие. Морган? Давайте. Убейте нас обоих. Открыть. Образец сифон кокоплазмус в комнате с испытуемым 32. Передача файла. Загружаю. Морган, спасибо. Огромное спасибо. Не могу поверить. Я дождусь вас, чтобы прослушать. Будьте осторожны, Морган.